Сегодня у нас уже он чуть-чуть снежочек выпал. Время утра, у нас сегодня суббота. У нас сегодня будет отправочка. Отправочка. Вот. Суть такая, то что машина сломалась на перевале. На Урале стоит в Кропачево там мальчишка. С Краснодара, Юрка. У него мотор застучал. Вот, а я сейчас вышел. У нас комплект прокладок. А нам надо вот это вот скотчем сейчас перемотаем. Вот, и повезем сейчас срочно попутной машины отправлять будем. Здесь у нас поддон и шорт-блок. Это у нас, ну, что входит в шорт-блок? Артикулы, соответственно. Запчасти и количество этих запчастей. Шорт-блок. Вот так вот. Сейчас здесь в Мирном ульяновская машина идет туда. Вот, попутно, срочно туда сейчас доставим. Ну, как говорится, максимально, что можем, то поможем. Вот. Чтобы там все это как бы крутилось, работало. А нам переднюю плиту надо. Передняя плита. Он просил с заглушкой. То есть вот здесь вот отверстий нету. Ну вы поняли, да? Евро третий. Ну вот как-то так. Сейчас заделываем и едем. Перегрузим все и отправим. Так, это комплект прокладок на весь мотор. Вот так вот. Так, ну вроде бы все, да, плита, уплотнители, поддон, комплект прокладок и шорт-блок. В принципе, все. Вот так вот тоже бывает. Потому что там он искал в Уфе, он говорит, там цены, говорит, космос. Но я сам знаю, что такое там. За Уралом там уже, соответственно, запчасти очень дорогие. Вот. Ладно, сейчас заклеим, едем. Машина прогревается уже, в принципе. Вот так вот у нас минус 5 уже. Потихонечку зима стучится в дверь. Открывай, говорит, скорей. Не открою тебе дверь. Очень холодно становится. Так, ладно, мы сейчас, соответственно, так, мы сейчас в Мирный едем потихонечку. Сейчас там перегрузимся. Ну и все, как говорится. Я думаю, тут что, до Карпачева ему километров, наверное, 750, наверное, что ли, 800. Ну, если сегодня, если даже не будет, ну, так-то, по сути, должен быть вечером, как бы там, часов 9-8. А не знаю, как все тоже, как дорога. Ремонты, не ремонты, фиг его знает. Вот, вчера позвонил Юрец мне, говорит, так и так, говорит, Лех, я сломался, то сибоси, блин. От железки надо. Ну и все. Прикинули, что примерно плюс-минус необходимое, чтобы сразу там. Там с мастерами я, кстати, тоже не знаю вообще, мастера-то там где вообще есть. Он где-то нашел там, так и не это, толком не понял, то ли в Карпачево, где-то рядом с Карпачево, где-то там. Вот, сказали, вроде скинут мотор, перекинут все на шорт-блок и как бы все соберут. Как я понял, так должно получиться все.
он еще вдобавок груженный. Он говорит, клиенты кричат, нифига не выгружайся, чтобы выгружаться там. Ну, соответственно, есть такая ситуация, когда там за одним грузом следят, бля, 5 компаний, бля. Вот. И чтобы его туда-сюда не перекидывали, еще якобы и дали ему время, чтобы он собрался, откапиталился. Так сказать. Ну, короче, отремонтировал мотор и, соответственно, поехал дальше на своих колесах. Вот такая ситуация. Так, а нам потом надо будет в город ехать. Вот, и чё? Минус 5, а вода-то не замерзла нифига, волжанка-то. В машине он лежит. Ничего. Нормально. Странно, я думал, она замерзнет. А чё она не замерзла-то? Чё, газики не дают замерзать, что ли? Короче, асфальтик нам не сделали. Ничего не успели, не расширили. Так, поселок Мирный. Так, я сначала думал у телеги, но я как понял, у телеги мы не должны. Так, что-то я гоню очень сильно, здесь знак 40, бля. Так, здесь площадочку какую-нибудь надо нам справа, он сейчас... Сзади, значит, где-то едет еще пока. Или вон стоит. Да нет, что-то... Здесь вот где-нибудь надо стоять, наверное. Вот Лёха едет, наверное. Сейчас к нему перекинем. Ага. Юрий говорит, все, отправил машину, уехала. Вот. Оказывается, где-то там, в Карпачёво, где-то рядом. Сервис, что ли. Говорят, вроде... С Каменцем сталкивались, работали. Не знаю, конечно, как что. Так-то, в принципе, у него шорт-блок. Там что останется? Башку прикрутить. Ну и так, по мелочи, стартера, мартера. Всяк такой. Дай бог, чтобы собрать все нормально, чтобы ездил. А, блин, да. Вот так вот. Поедем домой сейчас. Машина выгрузится. Приехал Казань-экспресс. Дома. Подключил я эту. Такая аппаратурка. Вот так вот. Приехал. Прохладненько у нас, что-то все равно минус. Минус 5. Ладненько, все, друзья, что. Всем удачки. Звоните, если что, кому что интересно будет. Вот. Пока-пока.